Сегодня в Тюмени открыли проезд по улице Котовского. Водители ждали этого почти полгода. Участок закрыли на ремонт в конце мая. За лето и осень строители капитально отремонтировали дорожное полотно и благоустроили территорию. Автолюбители отмечают, пробок сразу стало меньше. Стало лучше, потому что поворота налево с холодильной нет. Очень удобно. Город вздохнул. Вообще очень сложно было. Все время приходится крутиться через республику, чтобы попасть на Котовского-Минского угол. Единственное, что тут всего 10 секунд дают выехать. И когда чуть больше несколько машин, тут я вчера минут 15 стояла, хотя пробки не было.